Приветствую вас. Вы задаете вопрос о том, каковы шансы, что мужчина бросит женщину, с которой он живет 7 лет и будет жить с вами. Вы задаете этот вопрос, спрашиваете, каковы шансы. При этом никак не раскрывая личность и характер своего мужчины, никак не раскрывая характер и личность его женщины, от которой он живет, и никак, по сути дела, не раскрывая характер ваших отношений. Давайте я вам скажу так. Вероятно, вы ошиблись, и думаете, что психологи отвечают на вопросы так же, как эзотерики. Если это так, то, к сожалению, я должен вас разочаровать. Психологи так не работают. Психология – это наука. И наука опирается на логику формальную. Использует определенные методы познания, такие как анализ, индукция, дедукция и так далее. И именно на обработке информации строится работа психолога. Вы же информации дали очень мало. Поэтому рекомендации с точки зрения психологии будут общими. Если вы захотите более конкретных рекомендаций, то, пожалуйста, дополните свой вопрос. Если вы хотите оставить вопрос в такой форме, то, пожалуйста, задайте или перенесите, попросите модераторов перенести вопрос в раздел эзотерики. Теперь, что касается рекомендаций и ответов на ваши вопросы. Первое. Каковы шансы, что мужчина уйдет от своей женщины и будет жить с вами? Как я понял, у вас произошел своего рода любовный треугольник. То есть мужчина живет с одной женщиной, которая, ну, будем говорить, его гражданская жена, раз он с ней живет. И появились вы, его любовница, как новый, более свежий глоток жизни для мужчины. И вы сейчас рассчитываете, что мужчина уйдет от своей гражданской жены к вам. Знаете, если говорить о шансах, то шансы достаточно маленькие, если мужчина не сделал этого сразу. То есть, если мужчина сразу, после того, как у вас отношения переросли вот что-то любовное, романтическое, не ушел от своей гражданской жены, значит, он, скорее всего, уже не уйдет. Потому что если бы он хотел от нее уйти, он бы ушел раньше сам. А так, ему с ней удобно, ему с ней хорошо, она его терпит, вероятно, и тут появляетесь вы, с которой он может отдохнуть, и он с вами отдыхает. Но ту женщину, которая ему создает, вероятно, уют, которая ему создает, видимо, тепло, ведет хозяйство и так далее, он бросать тоже не собирается. Потому что с ней у него быть налаженный, с ней у него все уже привычно, а с вами, простите, нужно все строить заново. А для мужчины его возраста это довольно проблематично. Потому что, ну, уже не маленький. И он к этому, вероятнее всего, не готов. Это если говорить про шансы. Дальше. Предположим, что мужчина действительно собирается уйти. Предположим, что он вам говорит об этом, и предположим, что он обещает. Сколько времени ему нужно? Ну, на самом деле, до тех пор, пока ему удобно, пока и если ему удобно находиться в такой ситуации, то очень-очень долго. Очень-очень-очень много времени может пройти, прежде чем он решится. И он так и не решится. Поэтому вам здесь необходимо его, как бы это сказать, подтолкнуть к тому, чтобы он пришел к правильному решению.
А именно, что нужно сделать? Если он вас любит, то он вами дорожит. Если он вас любит, он хочет с вами быть. А если он хочет с вами быть, то он боится вас потерять. Если он поймет, что может вас потерять, то процесс ухода к вам, скорее всего, будет стремительным. И это означает, что если вы в течение месяца или полтора, это вообще крайний срок для ухода, и срок это, надо сказать, чисто формальный. То есть это вот чтобы уже все мыслимые границы в отношении мужчины не перейти, только лишь бы. Если бы в течение этого срока вы видите, что мужчина не уходит, то вы говорите ему: дорогой, прости, я не собираюсь делить тебя с другой женщиной, мне это не нужно, я вижу, ты от нее не уходишь, тебе с ней хорошо, пожалуйста, оставайся с ней, но про меня может забыть. Если мужчина действительно хочет быть с вами, он моментально решится на то, чтобы уйти к вам. Если чувства у него к вам недостаточно серьезные, то он, скорее всего, будет обвинять вас, будет вам выставлять какие-то там претензии и так далее. И именно так вам нужно поступать. Прошу вас заметить несколько очень важных элементов. Во-первых, как вы, наверное, понимаете, существенную роль играет личность той женщины, с которой сейчас живет мужчина. Если она имеет рычаги управления вашим мужчиной, то, конечно же, уйти ему будет от нее сложнее, если он от нее зависим. Вам нужно в этом случае помочь ему эту зависимость преодолеть. То есть показать ему, что эта зависимость находится только у вас, только у него в голове. Прошу прощения. Только у него в голове. И что в действительности никакой зависимости нет. Дальше. Вам нужно показать мужчине, что он может с вами получить то, что он получает с ней, но только в разы лучше, качественнее и так далее. То есть, чтобы абсолютно все говорило в пользу вас. И если мужчина все равно от нее не уйдет, значит, он обладает определенной степенью трусливости, и здесь вы ничего не можете поделать, определенной степенью нерешительности, и здесь вы тоже, к сожалению, ничего не можете поделать. Но вам отдать только принять его таким. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.